Добро пожаловать на 290-й скорой. Следуем без остановок прямо в ад. Как меня зовут, вас не касается. Теперь это не касается и вас. 2 тонны ядерного топлива. Он может разнести всю планету. Сработает в точности, как обещано. И лишь один человек способен его остановить. Кто ты? Мать Тереза. Джон Каден. Был командиром в Африке 3 года назад. И потерял весь отряд. Почему ты идешь с нами? Только я знаю Родина в лицо. Нам нужна бомба, а не личная вендетта. Поздно. Я начну убивать пассажиров. Одного за другим. Найдите мне этот проклятый поезд. 290 скорый. Вот-вот столкнется с другим поездом. Отцепим вагоны. Но сперва я кое-что доделаю. Найти и уничтожить.